Вы поменялись телами. Невероятно. Надо отдышаться. Нет, уже все хорошо. Склонись перед Грот. Как же я люблю доказывать свои законы движения. Горчица. У вас есть бреши, но нет горчицы. В холодильнике была. Как неожиданно, да? Спасибо, солнышко. Они ссорятся? Это не ссора, мы обмениваемся мыслями. Да не вы, а они. Ей снится, что она паук. Надо разбудить ее, пока она не заползла в двигатель. Нельзя будет лунатика, тем более, если он висит на потолке. Почему? Амайя! Вот почему. Ты серьезно? Копы не станут приставать к отцу, везущему памперсы посреди ночи. Да! Корабль больше не выдержит! Простите, доктор Хейвуд, двигатели на нейтральной мощности. Мне не нравится, как она на нас смотрит. Мне нравится, как она на нас смотрит. Классные костюмчики. Ты профессор? А ты Джекс? Поменялись. Что такое? Все хорошо? Мы можем вернуться во времени и убить изобретателя чулок. Вот это другой разговор. Надвигается большая угроза. Что может быть хуже бессмертного египетского полубога? Или злобного спидстера? И вы, кретины, решили впечатлить ее, устроив драку? Вик ее начал. Доставим Елену на корабль. Нет! Вы трое под домашним арестом. Значит, если я... Бум! Неплохо. Зараза. Нет, давай обнимемся. Ладно. Че уставился? Представляю, как ты будешь выглядеть без зубов. Прекрати, Рори. Я вижу сквозь руку. Лицо. Дай мне свое лицо. Okay, так, приятель, не лучшая мысль. Я же предупреждал. Давай, братан, пошли. Ладно, ладно.